Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Индия еще не направила запрос России на поставку МиГ-29К для авианосца «Викрант». На текущий момент Россия еще не получила обращений от Индии о поставке новой партии палубных истребителей МиГ-29К, предназначенных для индийского авианосца «Викрант». При этом Российская Федерация ранее предоставляла индийской стороне всю необходимую информацию по предполагаемому контракту. Информацию передает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в самолетостроительной отрасли. Ранее индийское издание Financial Express информировало, что государственный министр обороны Индии Шрипад Наик сообщал о задержке передачи авианосца военно-морским силам страны из-за отсрочки с поставкой авиатехники из России. Источник отметил, что Москва ожидает обращения индийского оборонного ведомства о поставке МиГ-29К, поэтому утверждение о задержке по вине России является не очень корректным. Легкий авианосец «Викрант» должен быть передан военно-морским силам Индии в марте 2021 года. Предполагается, что на нем будут размещены до 14 самолетов МиГ-29К и несколько вертолетов. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.